представляем вашему вниманию главные новости антикоррупционной службы Алматинской области за прошедшую неделю. Департаментом за прошедшую неделю в рамках проекта «Антикор Лайф» проведено 13 эфиров. В рамках проекта «Адакумек» проведено 21 разъяснительных эфиров и один эфир в рамках проекта «Гражданский контроль» с общим охватом более 27 тысяч граждан. В Алматинской области с рабочей поездкой побывали руководитель Департамента добропорядочности Агентства по противодействию коррупции Республики Казахстан Ганижан Асанулы и руководитель Республиканского информационно-просветительского штаба Рза Турсинзада. В рамках визита провели встречу с акимом Алматинской области, а также посетили сервисные акиматы города Капчага и Илийского района. В Алматинской области открылись еще 4 сервисных акимата, один из них в поселке Буралдай Илийского района. Город Капчагай. Село Киген, Кигенский район. Село Сарызё, Кербалахский район. Департаментом при поддержке акимата Сарканского района отснят очередной антикоррупционный социальный ролик с лозунгом «Задумайтесь, сегодня вы даете взятку, а завтра расплачивайтесь за это человеческой жизнью». Также при поддержке отдела внутренней политики Кербалахского района отснят ролик на тему «Будьте добропорядочными, сообщите о фактах коррупции». Департаменту продолжается работа по реализации проекта Open Space в школах области. Еще одним объектом является средняя школа в поселке Жансугуров Аксусского района Алматинской области. В целях обеспечения прозрачности бюджета во всех районах Алматинской области продолжаются онлайн-разъяснительные работы и интерактивные карты открытых бюджетов. На областном телеканале ЖИЦУ продолжается телепередача ЖИЦУ Адалдагалана. Менеджерами проектного офиса ЖИЦУ Адалдагалана и департаментом проведен мониторинг отгрузки гуманитарной помощи из Германии, Китая в Алматинскую область. В рамках проекта «Гражданский контроль» проведен прием граждан области. В Куксусском районе наградили победителей конкурса рисунков и авторов статей на тему «Жемхорлык Индет, Куресу Миндет». В целях пропаганды ценностей, воспитания трудолюбия, честности среди студентов первого курса волонтерского клуба «Санал Урпах» прошел конкурс рисунков на тему «Наш выбор – законное государство». Новостные сюжеты о проводимой работе департамента на республиканских и областных телеканалах. Один вопрос. Патологоанатомическое бюро, оно у вас как работает? Если здесь хранить, 73 тысячи услуга клад. У этих компаний нет катафалок действующих, которые вывозят трупы из... В Алматинской области продолжается трансформация акиматов под Open Space. В этом сервисном акимате работают 9 сотрудников. Это эксперты в области... Открыли сервисный акимат в Кигенском районе. Сервисный орталык басты максаты. В рамках визита члены республиканского штаба встретились главой ЖДСУ Амангыттык агартуушулук штабынын төрайымы Арзат Турсунзада менен. Агентством основной приоритет ставится не на карательные меры, а больше делается упор на превентивную. Авторские и новостные статьи о проводимой работе департамента на страницах республиканских информационных агентств и журналов.